Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск передачи «Зеленый остров» и я ее ведущий Александр Сидельников. Так, с чего бы нам сегодня начать? Давайте начнем вот с чего. Дело в том, что передача «Зеленый остров» исполняется 19 лет. 11 мая 1997 года вышел первый выпуск передачи «Зеленый остров». Ну и за вот прошедшие 19 лет вышло более 800 выпусков. Итак, мы вступаем в такой юбилейный для передачи год. Ну, я думаю, что мы постараемся этот юбилейный год сделать каким-то немножечко особенным. И давайте начнем вот с чего. Последние два года в летние месяцы в рамках передачи «Зеленый остров» выходила рубрика «Зеленые острова. Магнитки». Эта передача была посвящена товариществам садоводов нашего города. Ну а в этом году есть такая идея в рамках передачи «Зеленый остров» создать рубрику для детей и подростков и назвать эту рубрику «Зеленый островок». К ее созданию в качестве авторов сюжетов мы планируем привлекать самих детей и подростков, увлекающихся выращиванием различных цветочных, декоративных, плодовых, ягодных, лекарственных культур. Индивидуальные и коллективные заявки на участие в рубрике «Зеленый островок» можно направлять либо по электронной почте телекомпании ТВН, либо письмом по адресу проспект Ленина, 124/1, редакция телекомпании ТВН, передача «Зеленый остров». Ну, в заявке необходимо коротко описать тему планируемого сюжета, ориентировочное время съемки этого сюжета, ну и контактный телефон. Обращаем внимание, что несовершеннолетние могут принимать участие в съемках каких-то сюжетов только с письменного согласия родителей. Поэтому вот перед тем, как отправлять заявку, в общем-то, посоветуйтесь со старшими. Ну, а темы для сюжетов «Зеленого островка» автор выбирает самостоятельно. Это могут быть, я еще раз повторю, сюжеты о комнатных растениях, о садовых растениях, цветах, ягодах, плодах. Это может быть сюжет о дикорастущих растениях, о лекарственных растениях. Ну, и приветствуется, если автор будет не просто, скажем так, обладать какими-то знаниями о том, о чем будет рассказывать, но и сам будет принимать участие в выращивании этих растений, ну, совместно там с дедушками, с бабушками, с родителями. И возможно, расскажет там какие-то вещи, как это растение использовать в переработке там или, может быть, в медицинских целях. Итак, передача «Зеленый остров» ждет юных авторов сюжетов для рубрики «Зеленый островок». Ну, а сейчас не будем нарушать традицию, и в день рождения передачи все равно мы поговорим о погоде. Ну, погода стоит, в общем-то, довольно хорошая. Сейчас у нас интенсивно начинают цвести сады, уже цветет абрикос, сейчас жимолость находится в периоде цветения, еще чуть-чуть зацветет слива, за ней вишня, груша, яблоня. С одной стороны, вот радостно все цветет, с другой стороны, вот все внутри сжимается, только не было бы заморозков. Ну, в Магнитогорске сады пока под сильные заморозки не попадали, во всяком случае, вот как распустился абрикос, температура воздуха до отрицательных не опускалась, только вот на самых пониженных местах там отмечались небольшие заморозки на прошлой неделе. Вот гораздо меньше повезло, допустим, тому же Южноуральску, Троицку, Челябинску. У них вегетация в этом году косточковых культур началась чуть-чуть пораньше, чем в Магнитогорске, и там, скажем, абрикосовые сады уже в конце апреля, в первых числах мая зацвели и попали под достаточно сильные заморозки. Итак, вот там в средней части области, в северной части области, в общем-то, садоводы остались уже без урожая абрикосов, а мы с вами продолжаем надеяться на
хороший урожай этой культуры. Ну и знаете, вот сейчас, когда цветут абрикосы, вот обратите внимание, какой у меня за спиной прекрасный абрикос цветет. Вот кто-то из садоводов даже сказал, если бы абрикос даже не давал съедобных плодов, вот его можно было выращивать на садовом участке ради вот этого невероятного цветения. Так вот, если говорить вообще об абрикосе как о плодовой культуре, здесь я бы обратил ваше внимание вот на эти кадры. Это кадры из архива передачи «Зеленый остров», и сняты они на госсорта участке в Челябинске. Это участок испытания абрикосов. Обратите внимание, какой рельеф этого участка. Такие небольшие холмы, небольшие ложбинки. И посмотрите, на вершине холма растения развиты роскошно. Растения находятся в периоде цветения. А посмотрите, в ложбинку тут и перепад-то всего метра 2,5-3, а насколько в угнетенном состоянии находятся растения. Вот в этой ложбинке скапливался снег, в этой ложбинке чуть-чуть задерживалась вода, но и этого было достаточно для того, чтобы абрикос в ложбинке не рос, а на холмике развивался просто великолепно. Поэтому, вот еще раз, если мы заговорили об абрикосе, обращайте внимание на выбор места, где у вас на участке будет расти абрикос. Там, где скапливается вода, там, где накапливается снег, это не место для абрикоса. Абрикосу нужно открытое место, с которого сдувает снег, и вследствие этого не наступает подопревание корневой шейки. Абрикосу нужно место, где ни в коем случае не застаивается влага. Вот тогда он будет регулярно цвести, ну и, если позволят заморозки, будет регулярно плодоносить. Кстати, вы знаете, давайте немножечко поговорим о заморозках. Ну, пока у нас таких серьезных заморозков на цветении не было, но это не означает, что их не будет вовсе. И с точки зрения борьбы с заморозками, ну что садовод может противопоставить? Вы знаете, если приближаются заморозки, если температура начинает опускаться, если небо открывается, если ветер стихает, вот это как раз те условия, при которых весной могут наступить заморозки, заморозки излучением. Так вот, что вы можете сделать? Ну, можно воспользоваться такими самыми обыкновенными, самыми традиционными способами, просто набросить на теплолюбивые культуры либо нетканый укрывной материал, либо полиэтиленовую пленочку, но можно дополнительно, приближаются заморозки, а у вас высажены какие-то теплолюбивые культуры, полейте грядку с этими культурами. Влажная почва менее подвержена ударам заморозками. И ни в коем случае эту почву не рыхлите. Итак, влажная, плотная почва, на ней вероятность заморозков будет значительно ниже. Ну и сейчас у нас есть тепловентиляторы. Вы знаете, даже там небольшого тепловентилятора мощностью там 600-800 ватт бывает достаточно, чтобы уберечь сад от легких заморозков, сад площадью 4-6 соток. Направляйте его в разные места, где-то поставьте на высокой точечке. И этого будет достаточно, легкое перемешивание воздуха, легкая конвекция. Тем более, это воздух изначально довольно теплый. И, ну, там одну ночь вы электроэнергию там немножечко пожгете, но зато вы получите, в общем-то, очень серьезную прибавку урожая. Итак, мы немножечко поговорили с вами о планах передачи на ближайший год. Мы немножечко обсудили тему весны, заморозков, места для посадки абрикоса. А сейчас давайте немножечко отдохнем и насладимся вот этой вот великолепной картиной весеннего цветущего сада.
Итак, уважаемые телезрители, мы с вами немножечко отдохнули. Ну, а сейчас я постараюсь очень коротко ответить на поступившие вопросы. Эти вопросы, они были взяты частично из моих встреч с садоводами-любителями. У меня на прошлой неделе прошло несколько таких встреч, частично из ваших писем. Ну, вопрос достаточно интересный. В этом году многие садоводы отметили, что как-то не совсем обычно развивается жимолость. Ну и вопрос звучит примерно так. Почему так поздно и так слабо цветет жимолость? Давайте разберемся, почему она в этом году цветет не столь обильно, как в предыдущие годы. Вы знаете, я думаю, что это особенность развития жимолости в прошлом году. Дело в том, что жимолость очень холодостойкая культура, но жимолость это культура, которой нужно очень много солнца. Пусть будет прохладно, но солнышко должно светить продолжительное время. В прошлом году мы имели лето с крайне недостаточной солнечной инсоляцией. Солнышко было мало. И жимолость вот именно так и отреагировала. Мало солнышка, урожай она отдала, а вот цветочные почки заложила довольно слабенько. Ну, многие садоводы, наверное, уже интуитивно вот эту особенность развития жимолости знают. Если жимолость мы начинаем выращивать в тени или в полутени, на ней резко снижается урожайность. Если солнышка мало, на ней также резко снижается урожайность. Ну, я думаю, что, в общем-то, недостаточное количество цветков на жимолости, оно в этом году все равно должно будет скомпенсировано достаточно крупным размером ягод. Я думаю, что урожай жимолости все равно у нас предвидится неплохой. Может быть, там не фантастический, но урожай будет достаточно высокий. Ну а почему так поздно цветет жимолость? Вы знаете, вообще на этот вопрос я ответить как-то даже затрудняюсь. Вообще жимолость всегда заканчивала цветение до того момента, пока распустится абрикос. А вот в этом году жимолость и абрикос цветут в одно время. Более того, абрикос даже начал цвести чуть раньше, чем начала цвести жимолость. Ну вот, наверное, разным культурам нужно разное количество тепла для того, чтобы у них были вот эти вот запущенные процессы, там, цветения, плодоношения и так далее. Вот абрикос, кстати, вы знаете, я вот вспомнил, садовод Петелин, он говорит, что абрикос – это культура, которая может цвести даже в тот момент, когда в саду еще лежит снег. Да, вот мы сегодня достаточно много говорим об абрикосе. Вот мы вспомнили, что это культура, для которой нужно особенно тщательно подбирать место, выбирать место повыше, значит, ни в коем случае не садить там, где застаивается влага. Ну и вот еще одна такая особенность. Так. Вот очень интересный вопрос. Росклематис, в скобочках, сортовой. Год назад куст погиб, в скобочках, засох. А сейчас на его месте начинает что-то расти, похожее на клематис. Может ли такое быть? Ну, такое может быть вполне. У многих многолетних лиан есть такая особенность. Если в какой-то год они там сильно нагрузили себя урожаем, или попали под какой-то стресс, под сильную засуху, под заморозки, то один год в вегетации они могут и пропустить. То есть они могут вообще не начать отращивать надземную часть. Но это не значит, что растение при этом гибнет. Оно отдыхает год и на следующий год начинает развиваться. Ну и в частности, вот для клематиса это достаточно характерное явление. Иногда клематис может годик и посочковать, а потом начнет снова развиваться достаточно бурно. Ну и вот такое замечание, это даже не вопрос, в прошлой передаче сказали, что форзиция бывает только желтая. На самом деле есть белые, кремовые, оранжевые сорта. Приезжайте, покажем. Обязательно приедем. Есть телефончик, и думаю, обязательно мы покажем форзицию и поговорим о ней более подробно, иной, чем желтая окраска,
чем желтой окраски. Ну, а вообще, напомню, форзиция – это очень интересное декоративное растение. Оно интересно тем, что зацветает в очень ранние сроки. Вот тюльпаны еще там только-только начинают цвести, а форзиция вся покрывается там невероятными какими-то вот по яркости цветами. Причем этих цветов так много, что растение выглядит, ну, просто изумительно. Единственный недостаток, наверное, форзиции в том, что она недостаточно зимостойкая, но этот недостаток, он компенсируется тем, что у форзиции очень гибкая древесина. Вот этот недостаточно зимостойкий кустик мы можем на зиму пригнуть к земле, набросить там нетканый укрывной материал, там кусочек рубероида, и под слоем снега форзиция зимует великолепно. Ну и есть такой вопрос по обрезке винограда. И еще, можно ли проводить обрезку лимонника? Здесь даже два вопроса у нас получается. Начнем, наверное, с лимонника. Ну а почему бы не проводить обрезку лимонника? Ну, единственное, в общем-то, это такая культура, которая, ну, на мой взгляд, в такой сильной регулярной обрезке не нуждается. Если какие-то веточки у лимонника состарились, они остаются в глубине растения, они не мешают развитию растения. Ближе к периферии кроны начинают расти молодые побеги. Старые побеги служат для этих молодых побегов такой некой опорой. Ну и, в общем-то, ничего здесь такого страшного нет. То есть лимонник, вы знаете, он так не самозагущается. В общем-то, обрезку проводить можно. Единственное, наверное, обрезку, как и у винограда, у лимонника можно проводить только после того, как на нем начнут распускаться листья, потому что слишком ранняя обрезка лимонника, она чревата тем, что растение начнет сильно плакать, то есть из срезов начнет выделяться в большом количестве сок, и это значительно задержит развитие растения. Ну вот здесь я так плавно перешел к вопросу про обрезку винограда. Ну вы знаете, вообще показать, как проводить обрезку, конечно же, нужно садоводам, но сделаю это я чуть-чуть попозже, потому что если сейчас на кустах винограда начать проводить обрезку, кусты винограда начнут плакать, это также задержит развитие винограда. А основная причина вот неудач при выращивании винограда – это наше слишком короткое лето. Не успевают многие сорта сформировать качественный урожай, не успевают лозы вызреть, не успевают вызреть почки. И вот такой вот недовызревший куст, он зимует достаточно плохо. Так вот, если мы проведем раннюю обрезку, вот сейчас почки только пушат, лишь на некоторых сортах там появились небольшие листочки, то лоза будет плакать, и это задержит развитие растений на 2, а то и на 3 недели. Ну, представляете, от нашего короткого лета отнять нам 2-3 недели. Это крайне недопустимо. А вот если обрезку винограда проводить, когда на винограде уже лопнут почки и появятся листочки, плача лозы не будет. И к тому же таким приемом мы убиваем сразу двух зайцев. Нет плача, значит, ускоряется вегетация растения. И еще ростовые вещества у винограда, как, впрочем, и у других растений, в большом количестве синтезируются именно в молоденьких листочках. Вот как только листочек появился, он еще не зеленый, он такого салатного цвета, желтоватый, в нем синтезируются ауксины, и вот эти ауксины подстегивают развитие всего растения, корневой системы, ветвей, штамба и так далее. И чем больше вот этих самых почек на растении распускается, тем больше выброс ростовых веществ, тем интенсивнее виноград будет развиваться в дальнейшем. Итак, поздняя обрезка, когда на винограде начинают развиваться листочки, и вот этот вот прием, он позволит значительно ускорить развитие растения. Так, с вопросами у меня все. Ну,
Давайте немножечко поговорим вот об этом контейнере, который находится у меня рядом на столе. Видите, какие здесь у меня прекрасные зацвели нарциссы. Ну, вообще, нарцисс – это не совсем растение, скажем так, нашего климата. Большинство, особенно таких высокодекоративных сортов нарцисса, наши суровые зимы переносят достаточно плохо. Но у нас можно выращивать нарциссы и ежегодно получать очень пышное цветение, если провести небольшую хитрость. Вот в такой вот небольшой контейнер. В этом контейнере 2,5 литра. Мы высаживаем луковицы нарцисса. Мы укореняем эти луковицы в сентябре, в октябре. Если там холодная погода, можно даже контейнер занести куда-то в тепличку, в садовый домик, чтобы укоренение шло подольше. А потом вот этот вот контейнер мы закапываем поглубже в почву, чтобы зимой корневая система, цветочные почки на растении не повредились. Весной этот контейнер мы откапываем, вкапываем уже на уровень почвы или просто держим вот где-то в лоджии, там на балконе, и у нас нарцисс зацветает. Вот в прошлом году я рассказывал, как таким же способом можно выращивать крокусы, можно выращивать гиацинты. Но гиацинты, они у нас вообще не зимуют. Если там с нарциссами еще кое-как получается, то, вот скажем, те же гиацинты можно выращивать только в контейнере. И вот такой вот контейнер, вы его где-то там укоренили, можно хранить в приямке, можно хранить непосредственно в погребе, можно поглубже закопать, потом контейнер вкопали в почву, и соседи ходят и спрашивают, а как это, интересно, у вас перезимовали там крокусы или нарциссы или гиацинты? Вы говорите, а я знаю такой небольшой секрет, и этот секрет подсказала передача «Зеленый остров». Ну, а сейчас у нас такая заключительная реклама. Вот здесь вот рядом с этими прекрасными нарциссами вы видите, что у нас есть вот такие не менее прекрасные, посмотрите, какие яркие, а, можжевельнички. Ага. И приобрести вот эти можжевельники по очень невысокой цене можно в сети магазинов садового центра «Виктория». Всего в «Виктория» сегодня вот таких вот можжевельников представлено более 15 видов. Шикарнейшее предложение, на мой взгляд. Обратите внимание, какая здесь шикарная корневая система. Вот я достаю из горшочка, там земли не видно, там практически одни корни. Вот вы высаживаете такой можжевельничек, и уже в течение лета он увеличится в размере в 2-3 раза. Единственное, когда вы высаживаете хвойные культуры, помните, что у хвойных культур у них довольно своеобразное питание. Питательные вещества они не напрямую берут из почвы, питательные вещества они берут от бактерий, которые живут в районе корневой системы. И если вы высаживаете просто на садовую землю, то эти бактерии достаточно медленно развиваются. А если вы в лунку при посадке хвойных культур добавите немножечко грунта, взятого из соснового, из елового леса, из-под можжевельника, который у вас уже до этого рос на участке, вот тогда вы внесете вот эту самую микоризу, вот эти самые бактерии, эти самые грибы, полезные для развития хвойных культур, и развитие растений будет идти значительно быстрее. И помните, вот мне в прошлом году несколько раз задавали вопрос, вот начинаем подкармливать хвойные культуры, они начинают сохнуть. Подкармливать хвойные культуры можно только специальными удобрениями для подкормки хвойных культур и никаких других. Вот на это обратите особое внимание. Кстати, такие удобрения в садовом центре «Виктория» вы также можете приобрести. Итак, вот такие недорогие, но очень качественные можжевельники в широчайшем выборе. Ну, плюс все, что еще необходимо для садоводов, вы приобретаете в садовом центре
Виктория. Адреса видите на своих экранах. На сегодня время передачи «Зеленый остров» подошло к завершению. И давайте не будем нарушать наши традиции. В заключении передачи побываем с вами в весеннем лесу и насладимся его красотами. Всего доброго. До свидания. В садовых центрах «Виктория», «Туя» и «Можжевельник» по 190 рублей.